В эфире Радио России Дагестан. Эмивахт хэрар хуматлу радио Юркалина и Дентар. Агул чалан сабибатар кучучея. Юркалия Радио России. Махачкалые вершна рифуд, ерхид, дербинти вершна якуд, ерчуд, хасавирти верш сад, эфэмдин лепей. Яйн хабар рикайтанишар кайчун, Битимазаева Луизей. Я да уставалай тети королю хунарин сафаря один ая заместитель министр ди обороны Русатин Тимур Иванов. Мехай да уставалай тен хавра Сергей Меликовра хутурфана спом ушина уи гадюа ая цая махтеби. Гадюа ая трикес и подром ага мукуи махачкала шаурдин. Дарамат гадюа ая фе арелар кай ая милатарин проектильди образований. Дагестан валаятин хатти, катиби валаятин ая отделение Единой России, Сергей Меликова фэйшуна ая заседание президиумдин валаятин политсоветин Дагестанди отделением партин. Амисал гадюна уйсу алар акаския икрара куна курор бадала фракции халкди маджлиси Дагестан валаяти уазур накана хибут пе исэс. Председатели правительства Дагестан валаяти Абдул-Муслим Абдул-Муслимова фэйшуна ая харакат кая курари кучевери штаби кай заседаний. Мисал гадюну ису алар кукуна аятар кучату бас лазим идеден задара арыла кубасыра курар или кул гузан хас атру кубари асыра вей айдеген курари кизенес верегили атру кас аркагилдира каняет вельди фасу валаятим паттала салчерхе курари касра фахумакуна. Фахумакуна ахирам вахтари хуна ая авари бур бадалара акурин. Джел амису алар халакас алучу бахаз вақтуни ай куча верегилди. Хами кэрди қас кеттер хау уяме заседанил Абдул-Муслим Абдул-Муслимова. Основными причинами отключения электрооборудования являются повреждения потребительских сетях, обрывы проводов. Также местам фиксируется слабое давление, вы знаете, газа в распределительных сетях, которое не позволяет потребителям республики эксплуатировать отопительные котлы для отопления жилых помещений, что опять-таки ведет на нагрузку к увеличению на электрические сети. Чтобы люди были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами, необходимо внедрять современные системы на базе цифровых решений. Гадюна уймиса суалар кукуна ятар газар дюбари қасра джалла кунканде ягдиян курари қасра акурин суалар арайла кубари қасра халдис фэйшуана аядиян курари қасра джуаб дюуни садпи вице-премьер ди Дагестан валаяти Манвил Мажунцара. По Махачкале, значит, транспортировка, сейчас в данный момент производится транспортировка трансформатора 25 мегаватт ампер из другого региона. Завтра ожидается прибытие этого трансформатора, и в среду планируется установка. По Каспийску требуется замена ячеек оборудования. Сейчас эта замена производится. Там времени потребуется около 3 недель. Заседание Харакат Кайкурари Кучеверестеби Гадюна Уисуал Элфо Цуна Угарный Газулоск Ибари Хазра Дузди Адауэй Газун Печар Кетуэ Ая Хала Газара Амекарди Хазарамки Гургуни Министр Саглухвельдин Дагестан Валаятин Татьяна Беляевара Амекарди Хайрази Хуни Премьер Министра Дагестан Валаятин Кили Гаригельди Ая Хауэй Хракучеверегельди Мисурак Рак Унисетпи Заместитель Дифас Премьер Министр Дин Манвел Мажунцафасра жилищ инспекция хаттива Сергей Касиановас. Фикурар аркаячи мебри, хэмэ курар арыл аркагилдира газар кеттавирегилди акубари касыра. Джал хэмэ курари кучавирегилди талаба кунимим. Манвил Мажонцин чалрилди, бахана ая хэсаб аркая аслуи девра ишлэмиш акубаз иджи кардар кая кеттавиредили карикес иди хала газар. Адау хала кара кумар анара. Микеттир хуне хэмэ кар хала кас... Пуна сагилы китун кандяя пуна маслиха тара газар фарта идара брикай кара, ага гилди ишлами шаркая дэхэн деликари кесара газун. Бага кучучая ая прямой эфир
Дагустан валайте ахатихай Сергей Меликовакай. Мисами джуа барисе алюху найденсу аларис Дагустан Ахалибри. Адатили кепарасу алар АФЭ багуаре азжика хайин дулан джагдинра саглугвельди куккуна аяусарин. Хами иса мебри кучархуна аясу алар куккуна аятар кумака кубари касара хизан риска асустинра военный операция ди ушинаэтарин. Куала хасе эфир хасе канави футпеян варди. Су алар алихас хасе чу Чуфас акуна занг номер диди, ярцур на муяд, ярцур, ярцур на якуд, яра капубряс интернетин вопрос Меликову ру. Хальдис, дагустан ахалибри алихуна ая, хэр джуресу алрикес, чипиз гамкея ая куририкас, хэмишти ая су алрикас, Хабар гуршинда уйечин, валайте ешимишвея ая инсанри фасра. Чипинт Алла Балама Курари Касра Кеудия Кучунка Индиатари Кас Агай Ая Мебри. Хотела бы я знать, когда будет налажен вывоз мусора вообще, порядок в этом отношении? Энергоснабжение. Ну, вы сами знаете, какие страшные проблемы, но они разрешимы, если будет правильный подход. Второе – это вода. С водой связан и вопрос о том, стоит ли перекрыть кор или пустить его по трубам. Кор – это канал Октябрьской революции, с которым связано огромное количество проблем. То есть, чтобы вот так вот по территории современной столицы текла вода, вот такой открытый водоем, мне кажется, это очень опасно, очень проблемно. И стоит задуматься над тем, чтобы пустить по трубам эту воду. Для меня, например, как гостю, приехавшему к вам на поезде, грязно вот в начале, на въезде в Махачкалу. Вот это вот, у вас город очень красивый, но вот это вот как-то вот бросается. Вот единственный вопрос. А так город у вас процветает. В последние года он становится очень красивым. Русатин Азербайджан Динкуарари да касится и железнодорожной станции. Премьер-министр Дагустан Валайти Уягар Кагилди Яйагас Кучуная проект Хитанасцай станции Рухан Рякарил Самур 2. Русатин Азербайджан Динкуарари Магарамкенский районди. Арыла Кухаба Хамекар Атрука Хиликасе Фатас Каккая поездар Самур Ялама 7 миллион тун дехен. Уагзур Накан Рифутпи Исэс. Кеттер Хунимим. Юнус Саадуев алычуна ая министр вельди. Финансы бряз Дагустан валаэтин учин арзаэльди. Миеринди Алина ая Шамиль Дабишев. Мебур ахиран духубабур дауа хэске аятар правительство и Дагустан валаэтин. Чун юрк алине аул жалалди хабарарил. Сагдиатурэй чун.